Так, значит, вот так вот уложил вал, поставил вкладыши, нанес монтажную пасту, поставил метку ГРМ. То есть видим, вот у меня распредвал совмещен, видим коленвал. Тут еще у нас будет топливный насос, буква Т. Дальше устанавливаю коренные в крышке и затягиваю. Все, коленвал установлен, затянут. Дальше устанавливаю поршня. Поршневые кольца у нас остаются старые, вкладыши у нас остаются старые. Пальцы поршневые проверил, вроде целые. Значит, приготовил гайки, приготовил оправку. Сейчас буду доставать вкладыши, протирать сам вкладыш и под вкладышем. Также хочу сказать, что поршня у меня помечены. Первый, второй, третий, четвертый. То есть поршня ставлю по порядку. Гильзы у меня тоже были помечены, гильзы тоже установил по порядку.
Так, значит, поршня у меня установлены, затянуты. Все, коленвал у меня полностью уложен, коренные затянуты, шатунные затянуты. Значит, дальше буду устанавливать крышки, переднюю, заднюю кожух. Помыл, почистил, приготовил. Значит, сначала устанавливаю вот эту шестеренку, это у нас привод масляного насоса, потом устанавливаю вот этот пыльник. Не пыльник, а маслоотражатель. Вот таким образом он становится, закрывает сальник от масла. Так, значит, прежде чем одевать вот эту шестеренку и маслоотражатель, я проверил метки, видим, распредвал у меня совпадает, коленвал совпадает. Тут у меня вышла метка на топливный насос. Значит, я беру шестеренку привода топливного насоса и устанавливаю. То есть мне ее надо как-то сейчас каким-то образом тут закрепить. Вот таким образом поставил резинки, сделал такую растяжку. Видим, метки у меня совместились. Также потом в работу у нас добавляется еще одна шестеренка. Привод гидроусилителя также идет от шестеренки. И потом у нас сюда добавляется еще одна шестеренка. Видим вот эти зубья. Сюда у нас еще ставится компрессор. То есть отсюда у нас еще идет привод компрессора. Получается, в этом механизме участвует 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 шестеренок. Так, значит, после того, как установили крышку, убираю эту резинку, теперь у нас эта шестеренка там уже никуда не денется и зуб у нее не перескочит. Значит, через эту крышку у нас сразу крепится насос гидроусилителя и топливный насос, поэтому сразу устанавливаю их, чтобы у меня вот этими болтами все стянуло. Так, значит, таким образом установил ТНВД. Тут у нас идет два болта крепления и два длинных, они идут сквозь всю крышку. Значит, тут еще подсоединил
подача масла на насос, то есть вот тут идет канал, и это у нас идет подача масла на смазку насоса. При установке ТНВД метки выставлять не обязательно, ну, при условии, что у нас шестеренка стоит правильно, как я показывал. Тут у нас идет три шпильки, и по-другому уже не поставить, то есть видим, что они смещены. Зажигание плюс-минус делать, это дело 5 минут. Значит, все, сейчас сюда ставлю крышку на три болтика, и дальше буду устанавливать задний кожух. Так, значит, приготовил крышку, приготовил прокладку, приготовил болты. Также видим, конструкторы этого двигателя позаботились о мотористах, которые будут собирать этот двигатель, и сделали вот такую специальную полочку, чтобы можно было удобно ставить болты. Так, дальше будем устанавливать кожух маховика, но для начала нужно установить вот это вот дополнительное крепление для кожуха. Сюда закручиваются болты, которые держат крышку сальника. Значит, кожух у меня установлен, дальше буду устанавливать маховик и сцепление. Но сначала поставлю масляный насос.
Так, значит, дальше буду устанавливать поддон. Поддон помыл, почистил, приготовил. Прокладки у нас идут торцевые, вот в виде таких резинок двух, и боковые в виде вот таких вот двух кусочков прокладок из паранита. Вот еще раз все проверяем, что у нас тут все в порядке. Масляный насос установлен, коренные затянуты, шатунные затянуты. Все подготовил, значит, можем устанавливать поддон. Так, значит, установил, затянул поддон. Затянулся он хорошо, потому что прокладка паранитовая, то есть прямо такое хорошее усилие на болтах. В отличие от того, когда ставишь резиновую прокладку или резинопробковую, то там никакого усилия нет, она просто разлазится, ее выдавливает и все. Вот паранитовая еще более-менее нормально должно держать. Значит, дальше поставил вот эту вот лапу. Вот у нас переднее крепление, то есть на эти вот две опоры упирается двигатель. Поставил шкивок, затянул. Также поставил масляный фильтр, ну не сам фильтр, а то место, куда он очень крепится. Все, значит, в принципе, у меня в этом положении все собрано. Сейчас что буду делать? Сейчас мне нужно двигатель положить на бок. То есть я его сейчас вот так заваливаю на бок и буду устанавливать головку блока цилиндров.
значит, двигатель положил на бок, тут вот так подставил, чтобы он у меня устойчиво стоял. Значит, теперь я могу устанавливать головку. Но прежде чем ее устанавливать, я хочу распрячь клапана и посмотреть. В общем, объясню, зачем я хочу распрягать клапана. Значит, есть информация, что когда разбирали, вот эти впускные коллектора упали, то ли болты, то ли шайбы, то ли еще что-то. В общем, я визуально так, конечно, посмотрел, продул, вроде бы там ничего нет. Но все равно лучше распрячь и посмотреть, убедиться, что коллектора пустые, ничего там нигде не прилипло, потому что последствия потом могут быть печальные весьма. Поэтому сейчас распрягаю клапана, смотрю, если все в порядке, протираю, собираю обратно все и устанавливаю головку. Так, ну значит, распрёк клапана и смотрим. В принципе, видим, что тут все у нас хорошо. Никаких болтиков, гаечек, ничего я тут не нашел. Не знаю, были они вообще, нет. Ну ладно, это в принципе не важно. Главное, разобрали, посмотрели. Сейчас уберу вот этот вот нагар, почищу, протру, продую и буду собирать обратно. Так, все, головку я проверил, головка у меня готова к установке. Устанавливаю при помощи цепи, одеваю цепь, закручиваю гайки. Так, значит, приготовил болты для установки головки. Теперь берем прокладку, берем вот эти кольца второпластовые. И
и выкидываем в мусор. А устанавливать будем на вот такую прокладку. Металлическая прокладка. В принципе, только такие вроде еще более-менее ходят. Металлоазбестовая, которую я выкинул, она совсем не держит. Совсем от нее нельзя ничего добиться. Значит, тут вот есть такая инструкция. Сейчас делаю фотографию и добавлю фотографию. Значит, все очень хорошо подробно описано, как устанавливать, как болты ставить, моменты затяжек и так далее. Так, значит, установил всякие
крышечки, заглушечки и так далее. В общем, все по мелочи поставил. И хочу сказать следующее, что в принципе все, что я могу собрать на столе, все, что я могу собрать тут в цехе, я уже собрал, я уже сделал. Дальше двигатель уже собирается на месте после установки. Штанги, оси коромысел, клапанная крышка, воздушный коллектор, там все это устанавливается, клапана регулируются, все это уже делается на месте, на автобусе. Такая вот особенность отечественного автопрома, то есть двигатель в сборе не влазит в автобус. Тут у нас еще устанавливается компрессор, с компрессором там тоже пока вопрос, возможно будет новый компрессор, возможно будет просто другой, но пока его нет, пока сейчас тут сделаю заглушку, компрессора пока не будет. Ну, установил стартер, в общем, все, что как бы мог, все, что снимал, все установил. Как я уже сказал, дальше этот двигатель будет собираться после установки на автобус, но возможно, вероятнее всего, я это снимать не буду, так как пока на этом автобусе нет водителя и неизвестно, через какое время будут устанавливать этот двигатель на автобус, через неделю, через месяц, там, может через 2 месяца. То есть у меня нет времени столько ждать, мне нужно в субботу там или в пятницу доделать видео и выложить его на канале, чтобы у меня было завершение этого сериала и чтобы я мог спокойно начать новый сериал. Поэтому я не могу ждать, не могу быть привязанным к другому человеку. Вот. То есть я свою работу сделал, все, что от меня требовалось, и убираю его в сторонку, а там дальше как, когда его будут устанавливать, это уже как бы другой вопрос. Возможно, в дальнейшем в каком-нибудь из своих видео выложу, если засниму видео про установку этого двигателя, про регулировку клапанов, про запуск на автобусе, то, возможно, в дальнейшем в каком-нибудь из своих видео выложу бонусное видео такое про этот двигатель. Вот. Ну а пока буду, наверное, заканчивать это видео. Будем считать, что этот двигатель у нас уже собран. То есть все, что от меня зависело, все я сделал. На независящую от меня работу повлиять я не могу. Значит, повторю также еще, напомню про активность на канале. Это подписаться, поставить лайк этому видео, написать комментарий, нажать на колокольчик и так далее. Это очень важно для алгоритмов YouTube, для продвижения видео и так далее. Самое простое, как вы можете отблагодарить, допустим, мой канал, это подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. То есть это будет для вас как бы самое простое, незатратное, а для канала это будет иметь огромное значение. Вот. Ну а на этом буду заканчивать это видео. Вот такой получился ремонт моего любимого двигателя. Теперь все подписчики моего канала знают, какой у меня любимый двигатель. Вот такой получился ремонт моего любимого двигателя. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Думаю, что про полочку все поняли, что это шутка.